время остановись, сердце застынь, хаты. Мемориал с таким названием обязан своим основанием, деревням, которые когда-то были, но прахом пошли, их полностью все сожгли. Тысячам селениям этой земли не удалось возродиться, и поминальной традицией в день и в ночи колокол звучит. Эти беды, увы, не впервой. При нашествии Наполеона и во время Первой мировой была растерзана Речь Посполитая, чтобы потом кровью обильно политая земля Литвинов стала щитом. Стала щитом имперским, а позднее советским. Время остановись, сердце застынь, хатынь.